Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і маємо ще майже півгодини, аби провести дуже важливу як на мене розмову. Я вже вітаю в цій студії Аліну Ковшик. Вона колишня білоруська журналістка і представниця об'єднаного перехідного кабінету з національного відродження. Пані Аліно, добрий вечір. Вам добрий вечір. Дякую за запрошення. Ам... Будем переходить на русский, хотя э, мне, конечно, хочется и верится, что в будущем мы все чаще будем вести э, разговоры, да, интервью э, с, э, в частности, да, с людьми, которые сейчас есть белорусской оппозицией, на белорусском, в частности. Э, мне, мое внимание при притянула вот эм, то что вы отвечаете насколько я понимаю за национальное возрождение И это вроде бы все очень очевидно но хотела бы вас спросить что вы лично вкладываете вот в эти слова и какую работу видите для себя чтобы это все реализовать я хотела только откомментировать, что было бы очень приятно с вами говорить по-белорусски. И я прекрасно понимаю украинский язык, на котором не разговариваю. Я вот несколько дней нахожусь в Киеве, и в принципе со всеми людьми я разговариваю по-белорусски. Очень тепло отзывается на белорусскую мову. Поэтому я верю в то, что в ближайшем будущем мы все-таки будем разговаривать. В наших языках очень много общего, и мы друг друга прекрасно понимаем. Национальное возрождение. Для нас эта тема не сказать, что новая. Но в политическом контексте мы ее поднимаем, можно сказать, с нуля. И когда меня пригласили в Объединенный переходный кабинет, и была возможность выбора, чем ты хочешь заниматься, я выбрала самое трудное, но самое важное, на мой взгляд. Я верю, что без национального возрождения у нас не будет независимости. Я верю, что без национального возрождения мы не сможем отстоять свою страну я э, верю в то что если мы начнем заниматься более серьезно этой темой мы сможем э, поднять уровень годности э, то есть гонору то есть по-русски как же это сказать э, быть э, э, гордиться тем что ты белорус Сейчас мы понимаем, что после 30 лет очень тяжелой диктатуры, которая у нас в стране, это вопрос сложный, но белорусы в 2020 году показали, что все-таки сила есть. Сейчас уровень репрессий наши историки сравнивают с репрессиями приблизительно сталинского периода, поэтому есть над чем работать. И правда такая, что белорусский язык тоже в очень плохом состоянии. На стране не была проведена декоммунизация, поэтому на самом деле работы очень-очень много. И получается такое в некотором роде гуманитарный, как бы, да, вот э гуманитарная сфера это будет в принципе, сфера. Да, в принципе все мое Для нас было очень важно, чтобы Объединенный переходный кабинет сохранил такую э небольшую структуру, потому что все-таки это протогосударственная э политическая структура. Но тем не менее мы не можем себе позволить делать прям министерство, как бы нам быть может хотелось в будущем. Поэтому я даже против того, чтобы как нас иногда именуют министрами. Я говорю, что что министрами мы будем, когда в Беларуси пройдут выборы и когда будут назначаться реальные министры, а пока мы представители по каким-то вопросам. Вот именно вот эта гуманитарная сфера, она сейчас в моем видении, если можно так сказать. Вы в Киеве с визитом, не только вы, как представитель Объединенного переходного кабинета, и у вас уже были встречи с народными депутатами Верховной Рады Украины. О чем говорили, как, какие темы поднимали, что, возможно, наметили, потому что, мне кажется, это, в принципе, первый Визит и первые ну, контакты такого уровня. На самом деле не совсем это первый визит. В этот раз просто у нас немножко большее представительство, потому что кроме меня еще сейчас в Киеве присутствует Валерий Ковалевский, это представитель по международным отношениям. Он был здесь уже несколько раз и контакты на рабочем уровне у нас, в принципе, идут постоянно. Вот. Но это была очень важная формальная встреча с лидерами межфракционного вот этого группы за демократическую Беларусь. Для нас важно поддерживать контакты с депутатами Верховной Рады, потому что мы понимаем, что Украина — это, в отличие от Беларуси, демократическая страна. И здесь важно разговаривать с людьми, которые принимают решения. О чем мы говорили? О том, что на самом деле э для Украины сейчас Беларусь это тоже важный вопрос. И в архитектуре, в будущей архитектуре безопасности региона после победы Украины, потому что другого варианта мы тоже не рассматриваем, эм, важно, какая будет позиция Беларуси. Если Беларусь не станет демократической страной, она никогда не будет безопасным партнером для Украины. И тут я бы хотела избегать вот этой советской риторики, там старший, младший брат. Я буду говорить про то, что мы будем просто очень хорошими соседями, которые будут помогать друг другу. И, кстати, вот представители вот этого межфракционного объединения, о котором вы вспомнили, мне кажется, есть среди авторов законопроекта, который я еще не могу вот понять внутренне почему-то как-то остро реагирую на это. Но тем не менее, вот этого законопроекта, которым предлагают Верховная Ради Украины признать Беларусь фактически оккупированной территорией. И в соответствии с этим хотела спросить вас, как вам такая инициатива, насколько вы ее считаете, скажем так, во-первых, к месту, возможно, да, вот сейчас, своевременно. И вот всю ту терминологию, которая там присутствует, для вас принятной? На самом деле, мы как демократические белорусские силы, мы продвигаем э, идею о том, что Беларусь находится де факто под оккупацией Российской Федерации. Э, в принципе, так оно и есть, э, потому что э, власть в Беларуси узурпировала Александра Лукашенко при поддержке Кремля. Мы прекрасно понимаем, что без этого он бы не смог удержать власть. Сейчас находится э, около 15 тысяч группировка российских военных. Э, вы знаете, что российские самолеты стартуют и даже сегодня стартовали вот. У меня был первый опыт э, воздушной тревоги сегодня. Э, и такие интересные ощущения, как человека, который ну, не был в такой ситуации, еще более страшные, что я понимаю, что они стартанули с Беларуси. Но тут надо очень хорошо разделять, э, что мы, белорусы, сделали свой выбор в пользу Светланы Тихановской. Эту победу просто ее украли, э, ее забрали силовым путем. Э, и очень важно, что мы понимаем, что теперь... Лукашенко, ровно как и Путин, это враги Беларуси. И мы понимаем, что нам с этим нужно бороться. И вот объединенный переходный кабинет, он был создан именно для того, чтобы дать как бы новый импульс и работать более плотно на разных сферах, потому что мы понимаем, что Светлана Тихановская два года делала, что могла, но один человек не может сделать очень много. Поэтому важно, чтобы за ее плечами была команда, которая будет развивать целые направления. И я вижу, что здесь в Украине у нас на самом деле работает очень много. Встреча с депутатами, это была одна из встреч, и вот мы благодарили украинских народных депутатов за то, что они предложили этот законопроект об оккупации. Это, если бы он был примен, нет Верховной Рады, это был бы прецедент. Для нас был бы он тоже очень важен. Хотя знаю, что там ведутся еще консультации, и мы также юридического толка, скажем так, пытаются понять, какие формулировки были бы лучше. Мы выступаем также за то, чтобы санкции были симметричные на Беларуси, на Украину, потому да, что... Да, это уже в этом законопроекте, да, да, и да, и чтобы признали не только российский режим террористическим, но также и белорусский, потому что де-факто они становятся пособниками. И здесь очень важно разделять, разделять белорусов, которые восстали против диктатуры, и лукашистов, людей, которые поддерживают этот режим и которые работают на этот режим. Поэтому мы благодарны э, народным депутатам за... Эту инициативу очень надеемся, что она найдет отклик. В какой форме она придет уже к голосованию, мы будем смотреть. Более того, я думаю, что могу сказать о том, что депутаты сказали, что если у нас есть какие-то... Пожелания мы их тоже можем высказать, они попробуют их внести, в законопроект, что ты что касается формулировок каких-то, да. Поэтому вот у нас был очень такой честный, откровенный с ними разговор, чем мы можем помочь друг другу и как mm -hmm. нам работать дальше более эффективно. Да, эти контакты действительно чрезвычайно важны. Вы уже сказали, да, о том, что. Участие Беларуси фактически до да, режима Лукашенко в войне против Украины, это очень важно это артикулировать, но тем не менее все еще прямого участия белорусских военных на те, без, непосредственно в, в боевых действиях не было. И вот в одном из интервью последних Светлана Тихановская, она говорит, что наше задание получается упредить да, вот, вступление белорусских войск на территорию Украины. И в частности, вспоминает, что вот есть в переходе... В переходном кабинете крыло, которое да вот как бы отвечает за военную часть. Ну, в принципе, вот этот вот эта задача э, упредить участие. Какие вы для себя видите инструменты это сделать? Ну, то есть, насколько что что в, что в ваших силах сейчас? Да, важным компонентом нашего переходного кабинета является силовой блок. Это представительство по национальной обороне, представительство по восстановлению правопорядка и есть э, различные планы. К сожалению, это достаточно секретная информация, которой я не совсем могу делиться, э, но мы понимаем важность того, э, насколько непоправимым может быть шаг, если белорусские войска вступят в Украину. Поэтому мы будем делать все возможное, все, что в наших силах, чтобы этого не допустить, используя те ресурсы, которые у нас есть на данный момент. И поверьте мне, мы над этим работаем, это сейчас один для нас из приоритетов. И все-таки, мне кажется, этот вопрос висит в воздухе. Вот насколько вероятно участие непосредственно белорусской армии в войне в Украине? Как вот вы, чтобы вы отвечали на этот вопрос, да, если бы вам вот его так задавали? Да, здесь можно посмотреть как бы с двух сторон. С одной стороны, белорусское войско, но ну, не то, что предано Александру Лукашенко, но оно послушно приказа. С другой стороны, для Александра Лукашенко невыгодно вступление в эту войну, он это прекрасно понимает, поэтому оттягивает этот момент, прикрываясь различными аргументами, мы так думаем для Кремля, для, почему он этого не делает. Но с третьей стороны, белорусы абсолютно не, хо не хотят воевать с украинцами, они не имеют никакой мотивации это делать. Это не наша война. Мы поддерживаем Украину, мы за то, чтобы был мир в нашем регионе. Мы абсолютно прекрасно понимаем, что эту войну развязала Украина. И в Беларуси это очень высокий процент населения, который так думает. Конечно же, не все. Войну развязала <связала> Российская, Федерация. Российская Федерация. Да, простите, э оговорилась. Э и в Беларуси абсолютно нет никакого желания воевать среди наших мужчин. Они прекрасно понимают, что они станут пушечным мясом Владимира Путина. У нас нет никаких целей, и мы хотим жить мирно с Украиной. Поэтому э, наша задача тоже, вот как моя информационная задача, будет довести к тому, чтобы даже если будет мобилизация, чтобы белорусские мужчины не пошли в армию. Ну вот уже, например, теперь, когда начались слухи о том, что в Беларуси начали скрытую мобилизацию, угу. уже начали выезжать ребята, да? То есть искать возможности, чтобы не остаться. Никто не хочет идти и воевать с Украиной. Более того, я вчера встречалась с представителями полка Калиновского, и они рассказали, что вот после того, как появилась такая информация, очень увеличилось количество желающих поступить и служить в полку. И даже передавали мне такой разговор, что мама сказала: Тебя хотят, чтобы ты вошел воевать. Иди воюй на правильной стороне. Поэтому сейчас э, большой набор рекрутов будет приезжать в полк Калиновского и будет узмотнять. Э, усиливать э, э, вот это наше белорусское формирование, которое здесь э, работает в рамках э, ЗСУ. Кстати, про полк Калиновского, возможно, несколько слов. Насколько я помню, э, говорят сейчас об таком политическом крыле этого полка, полка, и насколько э, у вас э, какие-то контакты тоже в связи с этим налаживаются, насколько вы их рассматриваете как каких-то да вот союзников тоже именно в политическом плане. Или об этом не идет пока речь, возможно? Пол Калиновского это независимая структура, и они очень дорожат своей независимостью. У нас есть с ними контакты, но тем не менее они делали все возможное, чтобы быть абсолютно э, несторонними в политическом плане. Э, вот эти заявления про какие-то политические амбиции это... Что-то новое, это мы видим, что полк перерождается, быть может, в какую-то структуру политическую. Но э, я думаю, что здесь важно подчеркивать одно: у нас у всех одна общая цель – это свержение режима Александра Лукашенко, новые выборы, демократическая Беларусь и э, деколонизация нашей страны, да? То есть мы должны стать спокойной независимой страной у калиновцев та же самая цель. Поэтому я уверена, что в определенном моменте мы все равно будем работать на дно и будем работать вместе. Вы понимаете, что у нас есть какие-то ресурсы, но они не огромные, у нас нет огромной армии. Э ну, скажем честно, поэтому нам нужно сконцентрировать все, что есть, и работать вместе. И я очень надеюсь на то, что вот наши встречи с ними, э они помогут этому. Вчера я привезла в полк Калиновского белорусские книги. Для ребят очень важно вот именно белорусский компонент, компонент национального возрождения, белорусский язык, белорусская литература, наша история. И я надеюсь, что даже вот на почве вот этих контактов у нас будет все больше и больше возможностей для объединения, для разговоров и для взаимопонимания. Хотела у вас еще вот что уточнить. Мне кажется, я слышала вот эти вот такие вопросы, они в некотором роде, ну не то чтобы обвинительные, но вот как раз к белорусской оппозиции, почему вот это активные эти контакты, вот активная такая риторика о том, что Украина и Беларусь, мы нужны друг другу, она звучит сейчас, а вот этого было очень мало, когда началось полномасштабное вторжение. Ну, я слышу эти вопросы, да, возможно, в кругу аналитиков. Людям. Вот это это непростой для нас вопрос, и поэтому, чтобы вы отвечали на это, вот. мне кажется, что мы не совсем часто хорошо друг друга слышим. Быть может, не доходит вся информация, которая есть. Белорусские демократические силы с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину высказались, высказали свою позицию в этой войне Светлана Тихановская тоже делала это не один раз. Я просто вижу, что не вся информация хорошо сюда доходит, и очень мало люди знают о том, что происходит у нас. Я думаю, что было бы хорошо немного больше рассказывать о том, что, что у нас происходит, чтобы украинцы тоже это понимали, потому что когда я разговариваю с людьми, начинаем объяснять, они говорят, а, да, да, теперь мы более или менее понимаем, почему ваша позиция такая. Поэтому я думаю, что скорее тут проблема не в том, что они не высказывались, а скорее в том, что не совсем доходит сюда наши позиции, мы над этим вот будем работать и мы с Валерием обещаем, что мы будем более часто приезжать даже сюда в Украину, разговаривать и с медиами, ну, с и с политиками эфир, в и ваши эфиры, я, да, я очень благодарна вам за это я, вот, кстати, я сегодня ехала к вам на такси, хочу передать привет водителю Герману, который сказал, что это его любимое радио они постоянно слушают, так что да, <laughs> это спасибо. очень да, да, это очень большая сила и я понимаю, что нам просто нужно больше разговаривать. А я могу сказать со своей точки зрения: я присоединилась к объединенному переходному кабинету приблизительно полтора месяца назад. Поэтому я такой свежий политик, если можно так сказать. Да. Я еще так даже не совсем вышла из журналистской роли, <laughs> если честно. Но я понимаю, что Украина и для меня сейчас Украина это один из приоритетов. Поэтому я буду стараться как можно больше иметь контактов здесь с вашими интеллектуалами, с вашими культурными инициативами, чтобы мы могли даже больше рассказывать друг другу на разных на разных уровнях. Не так много времени. Мне кажется, один еще важный вопрос. Мы, вы об этом несколько раз сказали. Вот этот тезис о санкциях, во-первых, да, синхронных с российской федерацией и параллельно, мне кажется, во-первых, они и так как бы наложены, да, много санкций против режима Лукашенко и сейчас для того, чтобы сдержать его от участия непосредственно армией, об этом говорят и западные партнеры Украины, и вот сейчас представители G7 об этом сказали, что если это произойдет, да, то будут огромные дополнительные расходы. Но мне кажется, что это для Лукашенко не работает. Он этого не боится. Ну, по крайней мере, мы не видим, да, каких-то, чтобы это было настолько мощным сдерживающим фактором. Что, что влияет, на что ориентируется Лукашенко по, -по, по вашему, что бы могло сработать, чтобы чтобы упредить его да, вот от таких действий и, возможно, да, как-то еще больше абстрагироваться. Я бы не согласилась с тем тезисом, что Александр Лукашенко не боится санкций. Он на самом деле боится санкций. И мы это видим по поведениям Владимира Макея, так называемого министра иностранных дел. Один из сингтенков, который работает под этим министерством, предложил, ну, как бы закинули такой пробный шар, можно сказать, такую, предложили стратегию унормирования отношений Беларуси с Западом, выхода из этого вот политического кризиса. И вот там вопрос санкций, это один из первых, которые они хотят снять. Это им очень болит на самом деле, они просто не всегда это показывают. Но что важно в этом вопросе? Важно, чтобы санкции были симметричны и на Беларуси и на Россию, потому что если накладываются очень сильные санкции на Россию и не накладываются на Беларусь, то, к сожалению, они этим пользуются. Поэтому здесь важная солидарность, и поэтому мы, как э, представители Объединенного переходного кабинета белорусских демократических сил, мы говорим о том, что важны симметричные э, санкции и э, не только санкции в отношении Беларуси и России. Также вот про террористический режим мы с вами за, затронули. Не только Путин должен понести ответственность за, что, за то, что происходит в Украине также Александр Лукашенко за то, что он допустил, и мы за абсолютный трибунал не только Путина, но и Лукашенко. Это, ну, к сожалению, такой непростой процесс, и буквально таки на финал успеваем вот один вопрос. Вот также в интервью с Светланы Тихановской вот в заголовок даже да, на Украинской правде вынесли этот тезис о том, что фактически, если опять ракеты полетят из территории Беларуси, то Украина имеет право на ответный удар, и это все очень действительно непросто об этом говорить. Если произойдет вот это официальное да, участие армии в войне, будет ли это поводом, по-вашему, чтобы люди вышли на улицы? То есть сможет ли это стать фактором каким-то, да, вот том опять же, триггером, который ну, вот уже будет означать, что это вот край. Может, именно этого боится также Лукашенко? Я думаю, что вполне. Кстати, сам Лукашенко очень часто говорил о том, что приходил на выборы с лозунгом «Нет войне». Это просто обман, потому что он нас втягивает в эту войну, а белорусы абсолютно против этого, поэтому я думаю, что это может стать триггером, потому что белорусы не хотят участвовать в войне Путина против Украины. Поэтому, но как зареагируют люди, вы же понимаете, это будет зависеть от них, но я все-таки думаю, что белорусы покажут свою волю и покажут, что они на самом деле против войны, и тогда мы сможем использовать вот эту политическую силу для того, чтобы какие-то изменения произошли в нашей стране. Этот момент слабости, да, возможно, Лукашенко, Тот момент, в который, да, як ви сказали, можна буде использовать. Спасибо вам огромное. Аліна Ковшик, колишня білоруська журналістка, представниця об'єднаного перехідного кабінету з національного відродження. Вдячні вам дуже, що знайшли час завітати до нашої студії. Дуже дякую. У нас лишається буквально півхвилини, аби сказати, що це був ефір на Радіо НВ. Далі ще випуск новин. Мене звати Євгенія і Наприкінці лише додам слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.